боксера, которым управляет лишь страсть, ждут только поражения. Бокс — это классика, практично, полезно. Помогает себе воспитать дух железный. Всегда популярен и останется в аналах моды. Классическим ударом ты научишься бить морды, делать увороты на скрутке от удара и следом боковым мочить, выбивать из рага пар. Он упал, лежит, уже не поднимет тело, когда ты, уложив его, даже не вспотел. Большой задел создают тебе тренировки. Выносливость, сила, быстрота, растет наровка. И сила воли, спокойствие, уверенность. Бокс для мужика, как для женщины беременность. Необходим, романтичен, привлекателен. Бокс для мужика, как аксиома для математика. Уверен, каратисты мне бы иероглифом ответили, а я афоризмом из зала. Человечество должно быть принуждаемо к добродетели. Прямой уворот, правый вес ноги на ногу, баланс давай право, упрямый какой, пробиваешь, а он в бой. Опытный боксер бьет телом, побеждает рукой. Если пропустил, стой, вставай, если упал. Бокс учит жизни лучше, чем капитал. Книга Маркса или стопка купюр. Бокс не балет, ты здесь испортишь свой маникюр. Левый прямой уворот, правый вес ноги на ногу, баланс давай право, упрямый какой, пробиваешь, а он в бой. Опытный боксер бьет телом, побеждает рукой. Если пропустил, стой, вставай, если упал. Бокс учит жизни лучше, чем капитал. Книга Маркса или стопка купюр. Бокс не балет, ты здесь испортишь свой маникюр. Замотай покрепче руки, морду кирпичом. Двигайся, бей и не думай ни о чем. Мысли твои враги сейчас, сомнения являются часто причиной поражений. 8, 9, 10,